Будущими студентами Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ встретился заведующий кафедрой технологии и организации общественного питания ИСТИС Абдували Тошев. На встрече абитуриентам рассказали о деятельности кафедры, кадровом составе и обучении. Также поступающие узнали о предстоящих экзаменах и получили консультацию о возможности поступления на бюджет. Мы сегодняшнего как раз рассказали абитуриентам, какие испытательные экзамены они должны сдавать для поступления к нам. Кроме этого, мы, значит, обсуждали бюджетные места, сколько там, 25 бюджетных мест в бакалавриате по технологии, в магистратуре 15 бюджетных мест, где они могут после получения бакалавриата продолжить свою учебу, тем более на бюджетной основе. А потом также могут поступать в аспирантуру, уже, значит, получить более высокую квалификацию. Будущим студентам университета показали научные лаборатории, а также рассказали об учебной практике, взаимодействии с крупными рекламодателями своей деятельности и вариантах будущей профессии по окончанию университета. Идея вообще пришла случайно. Я не знал, чем мне заниматься в 11 классе. Я вот думал над этим весь учебный год, и мне на середине пришла идея, что вот мне интересно вот это вот направление, вот это вот все технологии, кулинария, вот это, в общем, общественное питание, мне интересно. Я решил, зашел на сайт ЮРГУ, посмотрел, какие есть, и вот я выбрал это направление. Сдал экзамены там, математику и биологию профильные, и вот, собственно, пришел. Кафедра технологии и организации общественного питания была организована в 1997 году. На ней обучаются студенты не только из России, но и из Сирии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Китая и других стран. Обучение ведется по уровням образования – бакалавриат, магистратура и аспирантура.